Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем о причинах стресса у аквариумных рыбок. Стрессовые ситуации – одна из главных причин проблем со здоровьем у аквариумных рыб. Рыбки требуют такого же внимательного ухода, как и другие домашние животные. Поэтому, если вы заметили, что ваши рыбки стали вялыми, ведут себя странно или отказываются от корма, то это знак, что их что-то беспокоит. Любые, даже незначительные изменения условий содержания рыб имеют значение. Важно поддерживать подходящую температуру воды в аквариуме, ведь изменение температуры даже на 2 градуса может вызвать температурный шок, который в свою очередь заставит рыбок нервничать и приведет к проблемам со здоровьем. Прежде чем запускать рыбок в один аквариум, проверьте, уживутся ли эти рыбы вместе, так как выбор совместимых видов рыб – это залог успешного аквариума. Также стоит подобрать рыб, живущих в разных слоях воды. Так ваш аквариум не будет выглядеть пустым. Стучать по стеклу для привлечения внимания рыбок запрещено. Ваши питомцы могут испугаться громких звуков. Если у вас есть дети, не разрешайте стучать по стенкам аквариума, так как, вероятно, при постоянном стрессе ваши рыбки долго не проживут. Слишком частые уборки аквариума тоже не являются для ваших рыб залогом здоровья. Неумелые действия с очком могут быть опасны. Необходимо всегда использовать 2 сачка и избегать погони за рыбой. Используйте маленький сачок, аккуратно направляем рыбок в большой. Убедитесь, что ваши рыбы питаются хорошо и не страдают от недоедания. Постарайтесь сделать рацион ваших питомцев более разнообразным. Добавляйте витамины. Важно, чтобы вода не содержала токсинов. Значение pH для пресноводных рыб от 6 до 9, а для морских от 8,2 до 8,3. Если значение не соответствует, то медленно доводите до нужного значения с помощью химикатов, регулирующих кислотность и щелочность воды. Количество воды и рыб должны соответствовать друг другу. Для пресноводной рыбы размером 2,5 см необходимо 5 литров воды, а для морской – до 10 литров. Если аквариум перенаселен, приобретите еще один и разделите рыбок, либо возьмите аквариум побольше. Стресс у рыб – ситуация непростая, и пока вы не устраните источник стресса, рыбы не восстановят свое здоровье. Знание причин стресса является первым шагом к поддержанию здоровья ваших питомцев. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.